Серьезно, это как так? Я сам не в курсе. Ну, не поспоришь. Спавнились как-то два папоротника в лесу. Один из них говорит, это уже говно место. Второй ему отвечает, да, и не поспоришь. Как тебе, нормально? Подумай. Ну, нормально, в принципе. Это как будто дефолт, я не знаю, просто у меня, короче... Просто я уже дофига анекдотов слышу. Ну это, кстати, не анекдот, правда. Было такое. Я лично видел. Лично слышал этот диалог. Ну тогда это объяснит много еще, кстати, наоборот. Этот момент очень хорошо проходит. А с нуля почему-то нет. Да, это не резинально прошлось. Точнее, не прошлось. Я прошел Аллорону. Да? Да. Хорош. 83. Да не, я реально прошел. Хорош, хорош. Ну это должно было произойти, когда я через 90 слил. Так. Ну это не хардес, наверное, не? Нет, я думаю, это второй хардес после каркана, это определенно легче. А, ты же карканом прошел. Да. Так, 712. 476 плюс 712 это 1188. В общем. Да, на это все. Мало. Ну потому что он легкий. Я просто мне. Я лаг словил просто. Не бывает. Да мне... почему? Нет. Левел классный, вот реально, но просто мне постоянно классных левелах не везет. Левел классный. Да. Левел ап. Это уже мой 8-й экстрим получается. Ух ты. Прикольно. Ладно, следующий.